honest way. No quarter from these chains that I slapped on my heart for a feeling. Why can't I let my demons lie? Собрались мы вполне отлично. Мы сейчас находились в Москве на медобследовании. Вот, и после этого отправились сюда, в Казань. Она нас немножко, конечно, удивила. Я, как и многие ребята, первый раз в Казани. Город очень красивый, очень такой. Я ожидал увидеть что-то необычное, я это увидел. Также нам было интересно, что нам предложат именно по пляжным площадкам. Пляжные корты вполне в хорошем состоянии. Все круто. Я бы сказал, что бразильцы посерьезнее, чем хорваты, как бы даже если считать, что хорваты действующие чемпионы мира. Ну, относимся, в принципе, хорошо. У нас довольно-таки сильная группа. Бразилия, США и Швеция. Ну, будем сражаться. Задача одна. Нужно завоевать медали. Как все знают, сборная России по футболу удивила всех своим выступлением, вот, и после этого мы должны показать результат намного лучше, чем они. Самый серьезный соперник, конечно, Бразилия, но они очень серьезные, очень. Я думаю, от них не отстает и США. Мы их уже просмотрели, разобрали, к их командам готовимся. Ну, к основному, конечно, к Бразилии. Но они очень подготовлены в плане физики, тактики. Они очень высокие девчонки, очень накачанные, стабильные. На всех чемпионатах они занимают призовые места. Родные стены, конечно же, помогут, приедут очень много даже наших знакомых. Будет очень большая поддержка, я на это рассчитываю. Мы все на это рассчитываем, наша команда ждет большой поддержки. Dark side.